Одним из прогрессивных методов обработки металлов резанием является протягивание. Этот метод позволяет получить в обрабатываемых деталях различные по форме отверстия с помощью специального высокоточного режущего инструмента протяжек. В зависимости от необходимой формы отверстия применяются протяжки соответствующего профиля. Применяя круглую протяжку, мы получим гладкую цилиндрическую поверхность отверстия. Шлицевый профиль отверстия можно получить, применяя такую протяжку. В этом фильме мы рассмотрим технологический процесс изготовления этих двух типов протяжек, круглых и шлицевых. Они имеют ряд общих конструктивных элементов и аналогичны по технологии изготовления. Различаются они по форме поперечного сечения рабочей части. Круглые и шлицевые протяжки состоят из хвостовика, шейки, переходного конуса и передней направляющей части, центрирующих протяжку по отверстию детали. Рабочая часть протяжки осуществляет обработку отверстия. Канавки между зубьями обеспечивают размещение стружки. За режущими зубьями расположена калибрующая и задняя направляющая части протяжки. На рабочей части протяжки должны быть выдержаны диаметр режущих зубьев, размеры шага, величина переднего угла, минимальная ширина фаски, ширина задней поверхности зуба, величина заднего угла, высота и радиус закругления дна канавки. Основную работу выполняют режущие зубья, возрастающие по диаметру. Расположенные за ними зубья одинакового диаметра служат для калибрования полученного отверстия. Заднее направление предназначено для центрирования протяжки по обработанному отверстию. Теперь перейдем к процессу изготовления протяжек. Они изготавливаются из быстрорежущих или легированных сталей. От прутков отрезаются заготовки требуемой длины. Быстрорежущая сталь применяется только для рабочей части протяжки. А для хвостовика используется конструкционная сталь.
В заготовке необходимо образовать центровые отверстия. Они являются базой для всех последующих операций. На токарном станке производится предварительная обточка заготовки. Чистовая обточка требует более точного соблюдения заданных размеров. Для обточки переходного конуса верхний суппорт станка устанавливается под углом. Теперь обтачиваются задние направляющие и калибрующие части. За счет смещения центра задней бабки станка обработка режущей части протяжки производится по конусу. Этот же результат можно получить и с помощью копирной линейки. Образование зубьев начинается с разметки шага на рабочей части заготовки. Эта операция может производиться различными способами. В данном случае величина шага выдерживается продольным перемещением резца с отсчетом по лимбу. После разметки фасонным резцом обрабатываются канавки. Эта операция очень ответственна, так как именно она обеспечивает форму зубьев протяжки. Фасонный резец формирует впадину зуба, и после обработки одной впадины перемещается для обработки следующей. Проследите за движением резца при этой операции. Аналогично обрабатываются и калибрующие зубья. На этом заканчивается токарная обработка протяжек. В процессе изготовления протяжек заготовки неоднократно подвергаются правке, которая необходима из-за возможных деформаций, возникающих при обработке. Изготовление шлицевых протяжек требует дополнительных операций. Фрезерование шлиц выполняется комбинированной фасонной фрезой. Такая фреза обеспечивает получение полного профиля канавки.
При большой ширине впадины обработка шлиц может производиться двумя фрезами, установленными на одной оправке. После обточки и фрезерования заготовки проходят термическую обработку и контроль. Твердость протяжек проверяется на твердомере. Теперь можно приступить к шлифованию. Начинается оно со шлифования центровых отверстий. Планетарное движение круга улучшает качество базовой поверхности. Необходимая высокая точность протяжек достигается в процессе шлифования. На специальном заточном станке шлифуется передняя поверхность зубьев и стружечные канавки. Заданная величина переднего угла зубьев обеспечивается диаметром шлифовального круга, профилем его рабочей части и правильной его установкой. При несоблюдении этих требований возможен срез режущей кромки зуба. После установки люнета шлифуются все цилиндрические поверхности протяжки, затем переходной конус. Стол универсального круглошлифовального станка смещается на угол, необходимый для шлифования по конусу режущих зубьев. Затем стол станка смещается в противоположную сторону и шлифуется задняя поверхность каждого зуба. В результате образуется требуемый задний угол. У протяжек с групповой схемой резания производится шлифование выкружек коническим шлифовальным кругом. Теперь познакомимся с одной из основных операций шлифования шлицевых протяжек. Шлифовальный круг должен быть заправлен на специальном приспособлении. Заправка круга производится по радиусу и по боковым сторонам. В результате шлифовальный круг приобретает нужную конфигурацию.
последовательно шлифуется каждая впадина. После одного прохода автоматически происходит поворот протяжки на один угловой шаг, затем шлифуется следующая впадина. Иногда шлифование шлиц производится одновременно двумя кругами. На шлицевых и круглых зубьях протяжек с одинарной схемой резания прорезается стружка разделительной канавки в шахматном порядке. Правильная форма канавок обеспечивается кругом соответствующей конфигурации, а задний угол – положением круга, ось которого смещена по отношению к режущей кромке зуба. Для улучшения качества режущих кромок производится доводка поверхности зубьев алмазным кругом. Теперь протяжка поступает на маркировку. Готовая протяжка подвергается окончательному контролю. Проверяются ее размеры, диаметр режущих зубьев. Задний угол. Передний угол. И другие элементы. Испытание протяжки производится на протяжном станке. Полученное отверстие в детали проверяется специальным калибром. В паспорте протяжки указываются действительные ее размеры и данные контрольных испытаний. Протяжки могут изготавливаться сборными, с режущей частью из втулок быстрорежущей стали. Или собираться из отдельных твердосплавных колец и промежуточных втулок из конструкционной стали. Мы рассмотрели основные технологические операции изготовления протяжек, высокопроизводительного режущего инструмента, находящего все большее применение в технологии современного машиностроения.